И на сегодняшний день я хочу сказать, что благодаря усилиям, личным усилиям главнокомандующего, президента, главы государства, наша армия сегодня достойнейшая, одна из лучших на бывшем постсоветском пространстве. Большие усилия сделаны, но сейчас концентрация нашей армии будет направлена на качественный состав, качественную подготовку, боевую подготовку. Второй вопрос – оснащение и модернизация, перевооружение.